На выходных ночью из Турции в Алматы прилетели 10 карагандинцев. Все они больше суток пробыли в международном аэропорту Анталии. Наши туристы не смогли в срок вернуться домой из-за того, что турецкая авиакомпания Sky Airlines объявила о своем банкротстве и отказалась возвращать туристов на родину. Наши консульства пытаются решить возникшую проблему. Застрявшим туристам предлагают лететь до Алматы, Шымкента или Атырау. Напомним, из Турции еще в четверг должны были вылететь 200 казахстанцев, но вылетели только 10 человек. Все они карагандинцы. До Алматы наших туристов бесплатно доставила другая авиакомпания. Только вот до Караганды люди должны добираться за свой счет. Карагандинцы говорят, что эта ситуация испортила все впечатление об отдыхе. Напомню, что в Турции еще остаются туристы. Больше сотни из них карагандинцы. Министерство иностранных дел Казахстана обещает вернуть домой всех пассажиров, которые должны были лететь рейсом авиакомпании Sky Airlines до 12 июня.